Aí tem um chandel do Alien. Andaluzes? Vale. Andaluzes. Todos os mostrados da Zoe. Которая отвечала за повышенным контактом всадника с конем. Конь словно чувствовал свою ответственность за человека, поэтому все его движения были выверены и надежны. Это качество сохранилось на генетическом уровне и у лошадей, которых вы сейчас видите на манеже. Конечно же, это андалузы. Королевские лошади очень удобны под крылом, общительные, добры к людям, а главное – безопасные. Прогулка на андалузской лошади создаст непередаваемое ощущение легкого полета над землей. Движения этих лошадей благодарят своей взрослостью и хищностью. При этом вы настолько уверены в своей лошади, что можете не только наслаждаться круговой ездой, но и окружающими вас пейзажами. Итак, на манеже этот момент. Гнедой жеребец Клинико 2007 года рождения. Он многократный призер испытаний по экстерьеру и качественным движениям в Испании. Является представителем современного спортивного тима андалузской породы.